Температура воды в Женевском озере достигла рекордного уровня 13,5 градусов Цельсия и продолжает стремительно расти, говорится в исследовании ученых Лозаннского университета. Обычно в озерах каждый год происходит так называемое зимнее перемешивание. Богатая кислородом вода с поверхности уходит вниз, а на ее место приходит богатая минералами вода со дна. Но в Женевском озере этого явления не происходит с зимы 2012 года. Globalement, on réoxygène assez bien jusqu'à 170 mètres de fond. La vraie question, c'est au-dessous. Là, ça fait 12 ans que les fonds du lac n'ont pas été réoxygénés par le brassage hivernal. В близлежащих Альпах рекордными темпами тают ледники, и температура воды в Женевском озере повышается в 4-5 раз быстрее, чем температура океанов. Хотя и она бьет рекорды. По данным Европейской службы по контролю за изменением климата «Коперник», в феврале средняя температура воды в океанах впервые в истории превысила 21 градус.